Это гранат цеварит. Это я все время путаю хромовый андродит, ванадиевый гарсуляр. Это получается Это тоже ванадиевый хромовый. гарсуляр. Это хромовый Да, цеварит? хромовый. Тогда значит хромовый андродит. Не перед, да? Ну, наверное, вот я думаю, перитую бахнуть. Раздается явный запах серы. Значит, очевидно, что сульфиды бабахали. Ну, по сульфидам прошло, по-моему. Да, по сульфидам прошло, судя по запаху, и вот Нет. видно, уже появились эти самые микротрещины. Скорее всего, он откроется вот так по сульфиду. Сварит не обсыпался. Ну, вот он чистенький, уже почти. Давай-ка дальше. Вот из этого. Из этого это не очень, пока у нас такое яркое. О! Что-то вообще изменился он сильно. А достань тот кристалл. Вполне возможно, что он просто там. Ну да. Ну, весь он стал уже разбираться. Очень сильно пахнет серо. Тихо. Ну да, не, он по кристаллам рассыпался. Мешаешь. Надо было остановиться лучше. Да нет, грань-то чистая. Это не грань. Думаешь, это осколок? Пожалуйста. Был один образчик, стало три.